Ребята, всем привет! Сегодня я хочу пересадить цветочки. Хотела это сделать в ванной, но в ванной плохой свет, поэтому я на кухонный стол застелила старую простынь. Вот поставила цветочки и сейчас буду пересаживать. Потому что вот у меня уже денежное дерево, посмотрите, оно, я его только что покупала, оно уже, знаете, вот как, если присмотреться, то листочки как староватые. Я больше чем уверена, что просто ему нужна новая земля и плюс еще больше горшочек. Поэтому сейчас пересажу. Ну и это дерево хотела пересадить. Но мне кажется, что ему хватает места. Главное, может, просто досыпать земли. Потому что здесь уже вот такой вот, надо досыпать земельку. Купила земельку в эпицентре. Снимала, показывала. И еще сегодня хочу орхидею посадить. Буду все снимать и вам показывать. Нашла вот такой горшочек. Это еще из старых моих горшочков. Он, конечно, не очень красивый, но пересаживать пока некуда. Потому что пока еще поеду, куплю новый горшок, еще время пройдет куча. Все, ребят, дерево я уже пересадила. Вот оно. Оно такое получается красивое. Я его покупала. Но листочки, конечно, такие, знаете, если присмотреться, то староватые. Но я надеюсь, пересадка пойдет ему на пользу. Тут такое красивое. Ребят, а вот в этот цветочек я просто досыпала земли, так как здесь было уже мало земли. Такое у нас долларовое дерево. Мы его называем. Я его очень люблю. Оно классное. Единственное, что как-то оно у нас не очень активно растет. Ну, сейчас пойду в комнату, поставлю на подоконник. Ребят, вот посмотрите, какой у меня алоэ. Его тоже нужно рассаживать, но нету сейчас земельки. Я снова поеду, докуплю земли и обязательно его рассажу. Здесь было много росточка, я уже некоторые отрезала и раздала. Вот еще здесь, я смотрю, отрастает. Но я хочу обязательно его пересадить. Я его, кстати, очень часто купаю, он очень любит, когда его купают. Вот, и рассажу. Вот консьержке пообещала в нашем доме, женщина работает, пообещала, что ей дам. Дала один уже своей куме и пару штук рассажу, потому что алоэ в доме нужен. Он такой красивый, мне его очень люблю. Такой, тоже мне соседи как-то дали, переезжали, говорят, Танюш, хочешь себе алоэ, говорит, росточек? И дали маленьких два росточка. И вот у нас вот такой красавец вырос. Но обязательно пересажу, потому что ему здесь тесно. Ребята, пересадила вот я орхидею. То есть это была деточка от моей орхидеи. Вот я ее здесь отрезала. Это такая орхидея. Сейчас пойду их покупаю. Отрезала, потому что здесь уже стрелочку пустила. То есть у меня орхидея очень старая. То есть, вернее, здесь две. Одна очень-очень старая. Посмотрите, какие корни. Я даже не знаю, что с ней делать. Мне надо либо обрезать внизу корни и ее пересаживать. В общем, она уже просто вниз клонится. Может, кто-то знает, подскажите, что мне с ней делать, как мне ее привести в порядок. Ну, деточку я отрезала от вот этой орхидеи. Здесь еще маленькая опустилась, вот видите. Вот, и будет скоро даже цвести. И малышка такая у меня. Сейчас поставлю на подоконник, будет расти. Я очень люблю орхидеи, но деточку отсаживала первый раз. У меня деточек ни разу еще не пускали. А вот в этот раз пустила, и очень долго она стояла, но я все не решалась ее пересаживать. Но когда увидела стрелочку, вот смотрите, ребят, она пустила стрелочку. Сейчас я вам покажу. Вот была стрелочка, вот сейчас, вот стрелочка была. А потом вот еще одну под низом пустила. Тогда я уже поняла, что надо ее срочно пересаживать. В общем, вот такая орхидеечка. Уже и помыла орхидею. Посмотрите, какая она большая у меня. Но она очень огромная. Вот фиалочка у меня растет. Такая прикольная, красивая. Скоро цвести будет, но она уже очень старая. Тоже хочу. Вот это оторвала веточки. Хочу отсадить. Ой, падает. Вот. Ну и моя малышка. Не могу налюбоваться этой малышкой. Главное, чтобы она принялась и начала расти. Она как только мы камеру подводим, чтобы ее сфотографировать, у нас сразу вот эта поза. Включи вторую. Покажи, как тебя фотографировать.
Ты балуешься, да, Виталина? Она как только мы подносим, она сразу... Да? Ты красотка? Да. Хорошая девочка? Да.